И в продолжение темы. В минувшее воскресенье в 80 регионах страны прозвучал старт кросса наций. Чувашия не осталась в стороне. В прошлом году Всероссийский день бега отметили более 54 тысяч жителей республики. На этот раз планку решили поднять до 60. На празднике спорта побывала и наша съемочная группа. Подробнее в следующем сюжете. Вот уже 11 год подряд жители Чувашии вышли на старт кросса нации, чтобы доказать, что мы действительно здоровая нация. Кто-то пришел поучаствовать в массовом забеге, кто-то побороться за медали. Но самое главное, что в день бега к спорту решили приобщиться все слои населения, независимо от пола, возраста, социального статуса и уровня физической подготовки. Первыми вышли на старт участники массового забега. Им предстояло преодолеть 4 километра. Задачи, конечно, справились не все, но важно, что начало дальнейшей работе над собой уже положено. С установленной дистанцией 2015 метров справились все участники ВИП-забега, представители органов власти, руководители организаций и предприятий, а также прославленные спортсмены и параспортсмены Чувашии. Почему я участвую? Потому что здоровая нация – это здоровое государство. Я поддерживаю, кто занимается физкультурным спортом. Я рад за наших людей и за тех, кто в юном возрасте, прямо вот в возрасте детского сада, так скажем, школьники, студенты, молодые люди, ветераны, несмотря на возраст, идут, потому что хотят быть просто в форме. А спорт – это очень эффективный инструмент, он помогает преодолевать трудности. На старт выходят не только спортивные команды или производственные коллективы. Так, семья Яковлевых пришла на кросс в полном составе. К сожалению, взять приз как самая спортивная семья им не удалось. Зато маленькая Вера в свои год и 3 месяца уже имеет первое спортивное достижение. Она стала самой юной участницей. Мы не в первый раз участвуем на таких соревнованиях. В прошлом году мы участвовали со старшим сыном, а дочке уже... Можно сказать, что она уже может участвовать, и мы решили вчетвером поучаствовать на этих соревнованиях. Дочка у нас участвовала первый раз. Впечатления самые положительные. То, что такие спортивные мероприятия объединяют семьи, развивают спорт. Победители и призеры различных номинаций получили в качестве подарка сертификат приглашения на командный чемпионат Европы по легкой атлетике, который будет проводиться в Чебоксарах в 2015 году. Но те, кто пробежал на кроссе нации и не получили награды, не огорчаются. Ведь, как известно, главное не победа, а положительные эмоции и заряд бодрости, которые достались всем участникам без исключения. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика.